Всем привет! Добываю я сегодня металл. Нашел такую вот трубу. 325-я труба. Лежала на глубине, наверное, сантиметров 30 верхняя часть. Пришлось подкапываться до самой воды тут и выдомкрачивать домкратом на 3 тонны грузовым масляным. Это вчера одну часть отпилил, забрали мы. И сегодня остальную вот видом крачу, наверх вывернули. Теперь я пилю при помощи триммера. Вот наш триммер, перевернутая эта штанга у него, чтобы диск стоял так вот, не горизонтально, а вертикально. И по зажата ручку сюда отвел. А тут диск у нас, большой был диск, уже он стащился наполовину. Прорезал я, короче, трубу эту, 325-ю по кругу вчера. Диск уже был немного сточенный, и еще осталось половина его, можно сказать. Но уже реже слабовато, наверное, поменяем. Внутри еще бетон в этой трубе поприлипший. Думал я, что она, это, 50-ка, 5 миллиметров, она целый сантиметр, десятка. Не 5 миллиметров, а сантиметр толщины. Вот видно. Камерой снимаю сейчас боком того, что сделал селфи-палку с лома. А чего с лома сделал? Хотел снимать близко, чтобы видно было, как пилить. Сейчас будем пилить. Но у меня тут гайка отвалилась на триммере, на ручке этой, на газульке. Снизу что крепить вместо две половинки. То стала ручка болтаться. Гайки не нашел на 10, то скрутил скрепление секшн камеры. И закрутил сюда гайку эту. Вот она, видно. Сюда. Гнездо само под 11, а гайка даже вон на 12, верхняя часть, а резьба на 10, то это, ну вернее, резьба на 6 получается, гайка на 10. То я закрутил секшн камеры скрепления. Пришлось камеру прикрутить на лом трапочкой, так как изоленты опять же в машине не нашло. Сейчас будем пилить. Это дело прикрутил я на лом экшен камеру нашу, а потом покажу, какое крепление. Может этот так чуть дальше станет. Сейчас помощники будем пилить. Вчера не так-то и долго пилил, но сегодня диск уже сточенный получается, режущая кромка уже приблизилась, то он что-то и резать стал хуже. Ну и все, в запасе есть один новый такого же размера штук. Сколько? Только не луга, а другая какая-то там фирма. Короче, будем пилить. Долго говорить не буду. Попилю, посмотрим. Вчера-то довольно быстро отпилил, так можно сказать. Покуда наловчился, правда, время заняло. Потом быстро пошло дело. Думаю, сейчас пойдет быстро. Еще диск поменяю на больше то. Крепление тут штатное, под ножи металлические, но переточенная гайка, это что снутри. Снутри гайка переточена под посадку диска. Сейчас завожу, будем пилить. Еще напомню, сантиметровое железо, ну реже нормально для триммера. Главное браться близко к диску рукой того, что... Если далеко браться, то вибрирует сильно.
до бетона допиливаю, что пыль валит сильно. Получается у нас, вот. Видно, не видно. Прорезано. Буквально вот я пропилил сантиметров 5 за это время, что... Ну, я завелся удивитель. Вот отсюда и до сюда так вот пропилено. Сантиметров даже 5-6. Уже в общей сложности сантиметров под 30 пропил. Тут отверстие такое. Вчерашнюю часть отпили, ухо было приварено снизу. Хорошо было за его крутить. Доброе, что отверстие сегодня, чтобы трубу саму прокручивать, то что это не профессиональный инструмент триммер пилить железо, то получается, что надо перекручивать постоянно, чтобы удобно было. Когда отпилится, разломится, то внутри там бетон еще позасохший по стенках. Ломом подбиваю, кувалду то не взял. И топор есть, топором обухом. Вчера топора разбил одного. Ладно, сейчас я перекручу, покуда. И будем далее пилить. Сейчас установлю камеру. Так, сейчас перекручиваем. Помного, по чуть-чуть подкрутил немного, чтоб так пропилить 5 сантиметров 10, и дальше будем пилить.
видно, сколько пропилю только что. Вот, сантиметров 10. 10 только что пропилю. И вот так перед этим отходил прокручивать, еще вот отсюда пропилю. Конечно, я на вытянутой руке так пилю, чтобы держать возле редуктора. Сейчас покажу, как я снимаю. Да, короче, отложить время, надо сделать какую-то селфи-палку такую, чтобы когда это, ну, штатив оставить. А сейчас я снимаю его. Открутил. Так, гайки эти на крепление. Вот этой трапкой прикручиваю к концу лома. К концу лома прикручивал, затыкал, снимали мы. И откуда я прокрутил, то есть прорезал, вот сюда получается, его до сюда. Сколько я вот 11 минут видео болтал, сколько там еще, ну, за это время, можно сказать, пропилил сантиметров где-то 25, так. И видно, вот растрескалось, там внутри бетон потрескалось, его перешеек треснул. Один. Уже пропилил довольно так хорошо, получается, с этой стороны трубы от центра и сюда до центра. Радиус уже пропилил, так что остальные допилил. Допилил, получается, сюда от центра и до сюда. Так что нормально. Еще вот минут 15 работы, трубу перепилю. А тут только что еще вот докопать осталось, то есть довыбирать это песок и все на этом да, нормально. Ладно, тут пришли уже ко мне помогать, так что буду допиливать вдвоем, втроем, да. Погрузим эти две куски и можно до дома ехать. Один этот кусок важит 1,75 м, у машину у меня лезет, важит 130 килограмм где-то. Труба 325 сантиметров толщины. Вчера кусок забрал, правда, с фланцем. И еще не вот этот остальный. Ладно, буду заканчивать. Всем удачи, до свидания.